Армения на пороге новой политической напряженности. Решение премьер-министра Никола Пашиняна при каждом удобном случае, заявляющий о намерении изменить конституцию страны, встречают сопротивление различных сил. Интересно то, что среди его однопартийцев тоже есть несогласные с этим решением. Группа членов партии «Гражданское согласие» выступила против плана премьер-министра о внесении изменений в основной закон страны, и они с осторожностью будут стремиться противостоять этому. В случае усиления общественных протестов эта группа будет выступать открыто. Об этом пишет газета «Гарапарак». Отмечается, что премьер-министр Никол Пашинян решил не только изменить конституцию Армении и исключить ссылку на Декларацию независимости, но и написать конституцию воображаемой им 4-й республики.